Меня зовут Санька Лайм, и в этом видео я вам покажу, как сделать арбузик, подушку из ничего. Вам понадобится фетр, маркеры, ножницы, нитки, иголка и черный маркер. Для начала уберите со стола ненужные вещи. Еще вы можете в арбуз в конце добавить какой-то наполнитель, чтобы арбуз был очень мягкий. Кстати, не сделайте ошибку, как у меня. Лучше 7 раз отмерьте и 1 раз отрежьте. Теперь шьем. Не берите сильно яркие нитки, потому что если вы сделаете ошибку и не сможете ее исправить, ее сильно будет видно. Когда вы зашьете арбуз с одной стороны, сделайте то же самое с другой. И в конце сделайте точечки для арбуза черным маркером. Вот такой вышел арбузик. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, вы хотите посмотреть видео на обзор, что мне подарили на мое день рождения. Если хотите посмотреть, то поставьте плюсик или же напишите «да». Поставь палец вверх этому видео и подпишись на мой канал. Пока-пока! Жди новых видео!